с 80-го, с 81-го года центральный госпиталь наш советский в Кабуле располагался в помещении бывших королевских конюшен шекских. Ну, там лошади раньше стояли, теперь солдаты наши. Вот королевские конюшни. В королевских конюшнях метра нет для коня. Медсестра раскладушку принесла для меня. Очень трудно, голубки, в коридорах, где сплошь стык обрубком к обрубку полегла молодежь. Вертолетчик без правой, минометчик без двух, на повязках кровавых ничего, кроме мух. Отыскали местечко, положили в углу, где десантник навечно задремал на полу. Унесли бедолагу, положили меня, и отсюда ни шагу, я спокойней коня. Ведь от ног до макушки весь я гипсовым стал, мне не надо подушки, разве что пьедестал. Медсестра, медсестричка, что ж ты слезоньки льешь? Как же ты без привычки здесь в конюшнях живешь? В королевских конюшнях, в госпитальном чаду, в матерщинном, спиртушном, наркотичном бреду. Если чудо случится, если снова срастусь, дай свой адрес, сестрица, может быть, пригожусь. Но а коль не воскресну, все равно, хоть часок, проживу на чудесный, поглядев адресок. В королевских конюшнях метра нет для коня. Медсестра мою душу унесла от меня. Вот. Я вот...